Братан, а ты что, природу снимаешь? Я тоже снимать очень люблю. Пойдем, я тебе покажу кое-что. Я вообще сколько себя помню, все время снимаю. Этих камер у меня дома, по секрету скажу, до хрена. Со всякими стекляшками, вот этими, знаешь, как в этих, ну, вот этих подзорных трубах, вот эти. Вот это, не отставай, тут идти-то недалеко сейчас. У меня студия там вообще просто. А в камерах что-то у тебя приближается? А? Ну, у меня тоже такая была, это, Canon, да, или Ника, вот это, Ника. Так, ну тут вот, буквально чуть-чуть в России осталось, вот. Я. Да. Это все вот моя студия, мы только на первом этаже будем снимать. Ну, поснимай тут все, я пока дверь открою, да. Ну, что ты, ну, ты поснимай. Да. Нормально, да? Ага. Так. Всем привет, с вами Артём Швайн, автор таких известных бестселлеров, как «Нормальное утро», «Хочу Будду», «Богатый мама, бедный зять», «Квазимодо вправил позвоночник» и «Приключения маленькой феечки Фуи в зеленых холмах Зимбабве». Сейчас я вам буду рассказывать про мою стратегию успеха, как вам тоже стать успешными, как любой день. Ваш успех должен начинаться с утра. Вы должны вставать рано, вовремя, всегда, в одно время. Первый режим. Нормальный, три чуваки, самые успешные, встают в 4:00. И ваше успешное утро должно длиться до 10:00. Потому что в 10:00 стоят всякие бичи, которые ничего не смыслят в этой жизни. За этот промежуток времени вы можете успеть прибраться в комнате, приготовить офигенный завтрак, что тоже является одним из коэффициентов успеха, сводить на депиляцию свою собаку, сходить самому на депиляцию, сходить в барбершоп, основать свой барбершоп, продать свой барбершоп и купить себе нормальный бизнес, заработать свой первый миллион, заработать свой второй миллиард, сходить к Илону Маску, съездить на месяц на Марс, сделать там колонию, вернуться обратно и основать свой бизнес на основе камешков с Марса. Если каждое утро вы хотите делать так же много вещей, как и я, то покупайте мой курс. Ведь я помогаю своим ученикам на каждом этапе, чтобы они смогли проделать этот путь от начала и до конца. Ссылка в описании. Подъем, тебя ждет новый успешный день. Бобик сам себя не депилирует. Что? Да иди ты к черту. Вторым пунктом у нас является питание. Питание. Питание – очень важный факт, потому что мы – это то, что мы едим. Нельзя есть всякое говно, иначе вы будете говном. Первая составляющая – это то, что дает нам energy. Это углеводики. Далее идет то, из чего состою я. Вы, ваша собака, которую вы записали на депиляцию, это белочки. Белочки вот таким образом, какие-нибудь котлетки, что-то такое, вообще кайф. И чтобы все это хорошо переварилось, и вы чувствовали себя нормально, клетчатка. Клетчатка какая-то вот такая, какие-то вот эти. Клетчатка, кайф. И третий немаловажный пункт – это мозги. Вы должны развивать свои мозги максимально, как мышцы, о которых мы поговорим чуть-чуть попозже. Мозги. Напрягите свои мозги, чтобы прочитать эту надпись. Лично я развиваю свои мозги несколькими способами. Регулярно читаю высокоинтеллектуальные книги и пишу их. Также мне помогает решение сложных математических задач. Хотя для меня они уже не такие уже сложные. Но я знаю, что некоторым из вас скоро нужно будет решать такие же непростые задачи. И это реально сложно. Специально для вас я создал свою школу для подготовки к ЕГЭ. Каждый из наших кураторов заработал
500 плюс баллов на каждом из экзаменов. Все наши ученики после прохождения школы поступают в самые лучшие вузы страны. Слышите? Там за стенкой проходит одно из занятий нашей школы. Я предлагаю вам на него посмотреть. Пойдем. Сдай ЕГЭ! Ты хочешь дальше сидеть в своем долбанном унылом городе? Или ты хочешь вырваться в свет? Мои друзья шлют учебу нафиг! Возьми ее за яйца! Сдай ЕГЭ! Кажется, что жизнь не имеет никакого смысла. Тобой владевает апатия, сил двигаться дальше не хватает. Кажется, что у других все лучше, чем у тебя. Стресс возникает от каждой мелочи. Не беспокойся, мы знаем, как решить твои проблемы раз и навсегда. Инновационный сервис «Пасмурно» на основе машинного обучения специально под твой случай подберет ситуацию, где у кого-то не все так уж и ясно. Сам утверждайся за счет других. И помни, кто-то всегда в более глубокой жопе, чем ты. Следующим важным пунктом являются мышцы. Это уже четвертый по счету пункт. Мышцы, то бишь ваше физическое состояние, напрямую влияет на ваше самочувствие и на то, как долго вы сможете посвящать себя построению своего успешного будущего. Вы спросите, какая для этого нужна тренировка? Лично я каждый день вот в это вот время делаю миллиард отжиманий, 1000 подтягиваний и 900 приседаний. Следующий немаловажный пункт – это внешность. Да, вы можете сказать… нет, с вами нужно чуть отдельно, погоди, сейчас. Внешность. Итак, вы можете сказать, а тем, зачем внешность нужна? Ведь главное – это душа. Ну нет, замолкни. Смотря в зеркало, ты хочешь видеть настоящего самца или настоящую… самку, ту, что вершит судьбу человечества в этом мире, того, кто властен над своей волей. Поэтому я покажу вам несколько успешных луков для мужчины, женщины, простите, не сегодня. Это были топ-5 пунктов, которые позволят вам стать такими же успешными, как и я. Подписывайтесь на канал, пишите свои успешные истории в комментариях и ставьте лайки. Уже два раза замки менял. Ты как сюда прятала?